заправочку. Так, поснимаем маршрут. Запишем звук. Потестируем держатель камеры. Ну, сразу видно, что держатель... Вибрация камеры связана с качеством дорог. Это в первую очередь. И производитель держателя здесь ни при чем. Но все-таки этот девайс должен быть стабильным для полноценной съемки. Ну и все зависит еще от качества съемки, которую делает камера. То есть от разрешения, потому что на скорости, как она будет воспринимать, вопрос остается открытым. Пробуем послушать, как будет радио звучать. Вот, пошли. Ну вот так приблизительно звучит радио. Вот такое качество дорог оставляет, конечно, желать лучшего, но за неимением другого. Так, солярка 16.50. Вот такой тест-драйв у нас получился с легким движением руки. Камера снимается. И вот тестировали мы вот такую хрень. Не брали мы вот этими шлейфами. Что-то вот эти шлейфы сильно дребезжат во время движения. Мы остановились на вот таком вот прибамбасе, на вот этом. Ну, сейчас посмотрим, что мы тут наснимали.